Итак, мои дорогие друзья, мы уже здесь, мы с вами сейчас разразимся за ДНТшку Волдарионыша против нас, руки марсианин. Марсианин, ребят. Вы не представляете, это просто поразительно, что я сегодня марсианина встречаю. Наш ДНТшка Волдарионыш. Just take note, take note. Look at the reach. Look how much they... Да, хорош, хорош. ДНТшка Волдарионыш. Of boxing. In the red corner, here is a Hall of Fame legend from Brockton, Massachusetts. Необыкновенно, необыкновенно. Представляете, Волдарионыш, ДНТшка Волдарионыш встречает двух марсианин. Он как танк сразу пошел, да? Not a lot of punch output. Thought there might be more action here. Хорош, хорош, молодец. Beautiful counter shot. Not too many seats to be had in this arena. Хотел он мне селезеночку сейчас выбил бы, ребята. That they're going to be able to get back on their feet here as the referee continues the count. Марсианин, руки марсианин. Поднимается. Наш ДНТшка. ДНТшка не ожидал, что сегодня он встретит Майк Тайсона. This is gonna be a tough decision to make. This may do it! It's all coming to an end! Да. Руки марсианин. Я сейчас рассчитывал, там руки марсианин выйдет. Не страшнейший. Ну, я имею в виду не страшнейший. В плане страшнейшей силы будет сбешной. Ну посмотрим, посмотрим. Еще только рано говорить. Второй раунд. Тише, 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 тише. Ну вот он, блядь, хорошо сделал. Молодец. Перкочек хотел он. Стамины нету. Наш Волдарионыш. Выжил, молодец. Кого пугает мой смех. Он просто, ребята, это было страшно. How about that will to win and refusal to stay down as this fight continues? Oh, he can. Это была перкочка. Практически. Я хотел, конечно, смертельную, к сожалению. Я хотел смертельную перкочку. Got to waste time. Get step behind the referee. When he comes close, tie him up. The referee's then gonna call you. Walk around the ring. You've just got to make the most of it. Because if you let him jump back on you again, he's gonna get momentum and put him down again. And that's a lot of points for losing a round. Да, что тут не так? What's the referee thinking right now? Жестко, жестко. Ну, Волдарионыш. Марсианин расщелкивает как. Как это, не знаю. Ну что, не станешь?
Ну, марсианин больше не родился. Страшнейший. Ребят, страшнейшая схватка. Ну как это страшнейшая? Неожиданно, конечно. Марсианин не смог больше стать. Я думал, тут уже сейчас все стоит круто. Ну нет, 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 не все. Ну что? Мы сейчас кого берем? Мы, конечно, берем Александр Ремаш. Апперкотчик, мам. Прям страшнейший. Бантышка. Ну, нарвался, конечно, это. Марсианин, конечно, нарвался на Валдера. Если бы он, может, на Усик нарвал. О, а может, опять Валдреныш. Ой, Валдреныш, скажешь. Руки марсианин. Не, марсианин можно хорошо играть, но им надо учиться, наверное, много играть за него, потому что я встречал парнишку. Он просто был, просто бомбезный марсианин был. Он был страшнейший. Ребят, он был по-настоящему страшнейший. Я с ним дрался, было очень прям... Просто бой был страшнейший. Ну, правда, ребят, если честно, правда был. Такой напряженный бой, потный бой был. Прям геймпад мой был весь в поту. Страшно. Итак, вот, ребята, я пришел опять драться. Ну, сегодня очень много встреч было таких страшнейших. Просто. Тайсоны там, прям перед глазами у меня Тайсоны, потом эти Дантешки, Валдерионыши, Мухаммедишки тоже встречались. Я за Мухаммедишки дрался. И против Мухаммедишки дрался, против Тайсонова дрался, потом против Валдерионыша. Кстати, ни разу не попадался, Фрезереныш ни разу не попадался, но зато Рокки марсианин попался. Ну, просто неожиданно даже, ребята, я не ожидал. Адам Хамед. Страшно. Ну, за Валдреныша-то я его просто отделал, ребята, чисто, просто так, хорошенько. Битва была такая, очень, можно сказать, быстрая. Итак, задержка страшнейшая. Очень расстраивает меня задержка. Одно время как бы ее не было, потом, откуда она появилась, эта задержка, что-то там разработчики нахимичили. Вот он, боли, сейчас играешь боли. Я вот давно не играл, вот этот вот забылся, как говорится. И вот это сегодня играю, просто караул, ребят, караул. Задержка караул, просто караул, я не знаю. Вот эти вот загрузки бывают очень долгие. Опять, я считаю, терпимо это опять связь с интернета. Там более-менее можно потерпеть. Вот оранжевый, когда у меня пинг вот этот показывает, это печаль. Там не поймешь, что происходит. Там прям внедряется темная сила. И не знаешь, на чьей не стороне. Ты даже просто не можешь предугадать. Если даже ты сразу подумал, кто не на твоей стороне, когда ты дерешься, как будто, знаешь, тебе кто-то сверху помогает там сбоку, там кто-то на ринге еще, помимо вас. И вдруг, потом, сейчас это же парень, по-моему, да, только он за этого, Джо Луисика. И в общем, ребят, прям ты в первом раунде можешь себя почувствовать приятно, то, но неожиданно, во втором раунде все переключается на другую сторону, где ты ничего не можешь понять, что он делает, и в итоге, когда пока ты поймешь, ты уже понимал. Это все лирика, погнали. Я не, по-моему, вот сейчас мы с ним дрались, да? Только он дрался за марсианина, но сейчас, конечно, Джо Луисик, это уже вам не шутки, ребят. Печенюха. Угу. Ну, Санчо у нас уже остался. Просто остался.
I hope it was thrown with some bad intentions. Хорошо, хорошо. Отлично. This is the beginning of the end. A nightmare start to this fight. Oh, and that changes everything. Хорошо. And down they go. Санчоус. Жалуйся. Жалуюсь к первой травме. Ой, травма, скажешь, первого падения. Страшно. Ребят, сегодня по голове настучали. Я веду в игре. Что я опять начинаю немножко заноситься. Прошу понять и простить, ребят. Если что-то не так, посудите строго. Печенюху пробили. Санчоус пробил печень. Страшно, печень пробил. Вот мне сюда звали. Написали мне в стиме, вот этом, в моем профиле, что я бомж с 4 боями, которого он сбивал Волдрионыша так сильно, что я что-то там сотню раз он сказал. Написал он 6 раз. И последний раз я вообще в нокаут больше не стал. Ну прикиньте, ребята, даже не думал, что я 100 раз встал. Я не считал, может правда? Может и правда 100 раз встал. И это, ребят, он парень сказал, я не кромшу. Он сказал, что я 100 раз он меня сбил, короче, всего. И потом, короче, я больше не встал. Ну и это на 101 раз, ребята, это просто... Караул, ребята, никто так не вставал, он даже не понял, что он меня возвысь. Ну, бомжом, конечно, обозвал, это было не очень приятно, конечно. Да, жаль. А то сказать, откуда ты знаешь? Ну, профиль не записать. Ну, что ты творишь? Санчо, вот. Вы видали Санчоус без... Без стамины такого вытворять. Разве можно? За такой наказывают. Вот, он уже наказывает. Хорошо, наказал он. Наказал. Вот это значит без стамина, ребят. Никогда не делайте. Ну, это все задержка. Нет, ну, я не буду вам с вами ничего там. А то как обычно. Нет. Это наказание, правильно. Наказание хорошее, потому что надо понимать. На. Ну, ребят, он решил тоже затанцевать, короче. Походу пойдет к цискаризу на днях. Возможно... Нет. Хотел сказать, возможно, сейчас. Нет. Джо Луисик. Ну, ребят, это вам... Санчоус. Это Санчоус. Конечно, это не Владимир Кличпак. Но для меня лично, ребят, я ничего не говорю. Наш Санчоус. Дон Кихот Ла-Манчес. Страшно, ребят. Ну, это серьезно. Тишешно. Не попал в кишечник. Вот это натворил. Вот сейчас опять доказал бы. Это очень серьезная вещь. Разве можно без стамины драться? Ну куда я сейчас бью? В этом. Пустые. Хорош. Да, он мельницу запустил, ребят. Мельницу запустил, это он отдает понять. Я так понял, что ребят, которые мельницу запускают, они говорят, я тебе промелю.
И тут хоть больше хорошо удалось. Печеночку проверяем. Хорош, хорош, молодец. Дантешка. Ой, Дантешка. Жилось. Жилось. Он занервничал, ребята. Он просто занервничал. Он сейчас пошел в танцы. Но я думаю, ребят, 99% и 90%, что его ждет труп от Искоридзе. Возможно, мы еще сейчас его направим, ребят. Сейчас вот смотрите. У нас раунд четвертый. The beginning of the end after two knockdowns last round. Two knockdowns in that last round. There'd be sheer panic in that corner. What do? They throw the towel in? Do they let him come back out again? Because they know they're fighting. Посмотрим. Ох, вот это было. Замашка страшнейшая. And that was it. That was the big shot. Вот оно, со Искоридзе. Дело со Искоридзе ждет, ребят. Я так думаю. Жалисен. Все, все, это 100%. Ну, и, ребята, как я сказал, все, отправляем. Отправляем, ребят, его. Нет, кроме без обид. Он хорошо танцевал. Он очень хороший танец показал. Я просто не мог его отправить. Я думаю, он там будет хорошо танцевать. Хорош, хорош, хорош. Вот такие пирожончики, ребят. Страшнейшие, страшнейшие, страшнейшие схватки. Ну, никуда не деться, это страшнейшие схватки, ребят. Я думаю, надеюсь, очень тяжело. Я думаю, вы должны понять и простить меня то, что просто страшно, ребят. Очень страшно.